Маткульт, привет всем! Итак, по многочисленным просьбам, у нас сегодня еще одна настольная игра, точнее, как бы это сказать, надосочная игра. Называется она «Сёги». Александр, приветствую! Привет. Спасибо, что пришел. Расскажи про себя. Итак, я на текущий момент выполняю обязанности руководителя сообщества сёгистов нашей страны. Я действующий игрок, у меня первый дан по вот этой игре «Сёги», которая переводится как «Игра генералов». Ну и сейчас мы с Алексеем разучим правила этой игры. Да? Да. Вот. И первое, что надо сказать, потому что европейцев это страшно пугает. Когда европейский человек, ничего не знающий, видит это, да? Тебе не страшно, Алексей? Так как это явно напоминает шахматы, то мне не очень страшно. Тем более я уже увидел здесь, что вот эти две явно одинаковые. Да. По виду иероглифа. Я ничего не смыслю в иероглифах, но эти две одинаковые. То есть это как бы две ладьи, да? Совершенно верно. Это два коня, да, это два слона, слона. Ну, почти, два ферзя. Вот. Ну, и один король. Поскольку... Вот эти непонятные. Вот да, это сейчас я объясню. А это явно пешки. Значит, действительно, эта игра появилась из Чатуранги. Из кого? Чатуранги. Это древние-древние шахматы. И причем даже, наверное, она появилась из той игры, сведения которой вообще до нас не дошли. Во всяком случае, японцы полагают именно так, я объясню почему. Значит, ну, начнем с простых вещей. Понятно, что это король? Ну, как бы да, понятно. Да? Но, первый момент. А как они отличают свои фигуры от чужих, если все фишки у них одного цвета, в отличие от других шахмат? Направлением. Направлением. Вот как это получилось? Получилось это очень просто. Вот человек был где-то в Индии, вернулся там 1000 лет назад или, может быть, больше в Японию, узнал про такую игру, может быть, узнал правила, комплекта у него нет. Он хочет изучить эту игру, придумать что-то свое, возможно. Они же очень много чего заимствовали, японцы. Как быть? Он, что есть под рукой, да? Ну что, сейчас будет садиться, резать слонов, да, там, колесницы изготовлять, там, да, фигурки делать. Ну, во-первых, это дорого, а может быть, он не умеет. А у них это происходит на рубеже тысячелетий, ну, там, первого и второго тысячелетий, макан. Это такие таблички, их можно изготовлять. И очень удобно, иероглифическое письмо, заимствованное у китайцев. Нарезал табличку, вот такой вот, да, нарисовал, что это, и поехали играть. Итак... Значит, угу. Король. Ну, короче, да, король, да. Очень просто, из дерева вырезается, очень дешево, сердито, можно комплектов делать много. Конечно. Получилось это случайно, но это во многом... Значит, это, соответственно, один король, это другой. Но... Да, но он в другую сторону уже смотрит. Сейчас я их поставил рядом, да? У них есть как такие детские задачки. Найдите одно отличие. Ну хорошо, вот это вот плевок вот здесь. Да. Ну вроде как это ерунда, да, для европейцев это ерунда. А для японцев это совсем не ерунда, вообще это принципиально разные иероглифы. Ага. Это гёку, драгоценность, а это о, король, ну император. Так. Что это? Драгоценность. Полностью эта фигурка называется драгоценный генерал. Не знаю, сколько здесь будет видно, у нас тут еще лежит один комплект. Тут два иероглифа, как они играют, а показываем мы на учебном комплекте, ага, где иероглиф только один. Вот. Гёку Сё, драгоценный генерал. Ну, как такового. А это, соответственно, императорский генерал, если просто полностью его прочитать. То есть они разные и несимметрия есть некоторые, да? Это роли? Чисто такой момент. То есть они ходят, как король в шахматах, на одну клетку в любую сторону. В этом они ничем не отличаются. Им и одному, и другому можно поставить мат. Просто вот этот король более статусный. То есть... Который вот этот? Нет, наоборот. Вот этот. Без. Императорский генерал, ну, королевский генерал. Или... А драгоценный менее статусный. Менее статусный. То есть, если сенсей занимается с учеником, то будет крайним неуважением к сенсею. Если когда они будут играть, ученик возьмет себе вот этого короля. Этого делать нельзя. Это страна традиций, Япония, да? Или там папа, если учит своего ребенка. Да, понятно. Но, правда, у ребенка есть вариант. Он может сделать так, что он будет брать такого короля. Ну, для этого нужно пойти в сёги-клуб, выполнить разряд, научиться играть сильнее папы, тогда у него будет другой король. Это все вплоть до этих самых соревнований. А так король и король. Дальше этот японец посмотрел, что он увидел в той игре, которая была как шахматы. Визиря, советника, охранника. Это я называю разные варианты фигур. Это то, что мы называем ферзем. Ферзь. Да? В шахматах. Правда, я думал, что ферзь это жена, ну, королева. Это уже жена. Европейцы придумали, там, англосаксы придумали там когда-то, там, когда у них действительно куин, королева. Куин, да. Ну, какая тут это самая, там, средневековая Япония, ранее средневековье, какая женщина на поле боя может быть вообще? И вот они придумали вот эту фигурку. Вот, и обычно да, я понял. Вот, вот эта фигурка совершенно аутентична японская, никаких других шахмат ее нет. Это золотой генерал, вот этот иероглиф означает кин. Кстати, по Москве их могло бы быть очень много. Потому что это эмблема ресторана Тануки. Но ресторан Тануки потом ее сделал более такую техническую, в современном стиле. Так. И теперь
в ней вот это крайне трудно узнать. Да, но тем не менее, ты в Брем ресторан Тануки. Вот. И если мы запоминаем, как эта фишка ходит, то мы выучили половину правил как. Да ты что? Да. Да. Сейчас я объясню. И как же она ходит? Она ходит почти как король. Из каких соображений это сделали, это трудно сказать, они сами да. Только в версии. Вот только назад наискосок нельзя. Все. Ух ты. Вот так нельзя. А этому, соответственно, вверх туда нельзя. Да? То есть этому вниз, а этому вверх. Ну, а этот будет ходить, соответственно, вот он этому будет. Вперед, влево, да. Вправо и. Слушай, то есть ферзь это не сильная фигура, не ходящая сильная. Туда-сюда. Не сильная. Не сильно. Но она может делать то, что никакому ферзю не приснится в шахматах. Об этом будет позже. Хорошо. Вот это ход золотого генерала. Да. Кроме назад наискосок. Хорошо. Ну, понятно, значит, женщину не пустили в игру, да. Потом, почему доска 9 на 9, некоторые спрашивают. Ну, очень просто. Вот он посмотрел, японец, вот один король, а у него один советник. Почему один, да? Давайте сделаем да, два. Давайте всю полную симметрию сделаем. Да, давайте сделаем как здесь. Раз более симметрично выглядит, это понятно, ну, да. И тогда, соответственно, я, кстати, в детстве папа спрашивал, почему всех по два, а ферзь, да. Ферзь один. Ну, европейцы могут объяснить, у короля одна жена должна быть. Ну, в принципе, да. Ну, хорошо, да, там двоеженство, ну, а здесь-то. Да. А здесь вот они два золотых. Так. Ну и, соответственно, теперь я обычно дальше объясняю. Слоны пешки. Теперь, да? Нет, теперь пешки. Пешки. Ой, пешки это просто, все ги. И здесь есть один очень тонкий момент. Алексей, представь себе, что какие-то древности, да, кому-то, какому-то человеку пришла в голову идея. Вот есть война. Война это чуть ли не основное занятие людей, к сожалению. Ну, допустим. Времена, да. И он хочет войну изобразить в виде настольной игры. Как это в Индии произошло, да? Мы будем сначала ведь что делать? Мы будем стремиться как можно точнее передать смыслы реального боя. Так вот, в сёге есть один очень интересный момент, кстати, то же самое в китайских, в корейских. В них пешка ходит только по одной клетке, никаких двух ходов нет. Это понятно почему. Их сразу взяли и подняли выше. Да. А вот так есть. А вот не так, а вот и нет. А вот и нет. А вот да, а вот тут, а вот и тут. И на сам... проходе не берет. Нет, конечно. Как ходит, так и. О, как удобно. Как удобно. Но это означает, что в каждой линии ровно одна останется пешкой, а они линии никак вообще не пересекаются друг с другом по пешкам. Да, здесь нету пешечных цепей, как в шахматах. Да, они да. Не могут друг друга защищать принципиально. Вот. То есть это осталось с каких-то древних времен, когда еще не придумали другой вариант. А другой вариант возник, когда стали уже думать не как войну изобразить, а как сделать так, чтобы было играть интереснее. Так, да. И да, уже да, просто да. На это не стали обращать внимание. Вот. Ну и возникает та же самая проблема. Пешка идет, а что там с ней будет? Ну, превращается во что-то, нет? Только не доходя до конца, а прямо в лагере. Противника. То есть уже здесь? Или да, вот... да, уже здесь. То уже есть как здесь. Бы боец ворвался в укрепление противника и награжден присвоением генеральских погон. Офигеть. И соответственно, когда пешка сюда приходит, она превращается в золотого генерала. А теперь еще один момент. А где они? Где их взять? Вот и все. Удобно и практично. И всюду нарисован этот золотой генерал. Ну, это иероглиф, он читается как такин. То это как по-японски, золото это... И начинает биться с этими. Да. И теперь он ходит как золотой, шикардос, да. Как золотой генерал. Визирь, то есть как визирь, да? Да, да. То есть солдат получил генеральские погоны. Все. Он превращается в визиря. Нет, ну, есть какой-то еще есть другой пласт, который я, так сказать, долго не хочу затрагивать. Дело в том, что вот эти символы все, которые вот здесь, вот эти иероглифы, драгоценность, золото, серебро, лавр и ладан, если по-русски перевести, это 5 сокровищ буддизма. Поэтому может быть другая теория. Мы превращаемся в золото, потому что это символ просветления Будды. Но если кто-то там у них в Японии так заморачивался, это были отдельные люди, а теперь про это все забыли. А можно превратиться не в этого, а в этого? Нет, нет. Вот, в отличие от шахмат. Вот, превращается только в золотого генерала, в потому что вот у него только одно что-то написано. Да, да, понятно. Ну и теперь. Теперь значит вот это. Да. Раз есть золотой генерал, есть серебряный. Серебряный генерал, да. Он же слон, да? Тоже очень понятно. В Японии нет слонов. Если и были, то они вымерли когда-то Россия с первого Россия родина слонов. Да, Россия родина слонов, но Япония точно не родина слонов. Так. И если даже он видел слона, и этот японец что сделал? Он ход ему оставил. Оставил ему ход его, да? Так. Но назвал его серебряным генералом. А ход у него вот такой. Мы ходим во все стороны наискосок и на одну клеточку вперед. Это... подожди, а далеко он не ходит? Да, вообще нет, никто не ходит далеко, нет, да? Ходит, вот есть фигура. И даже три. Ох ты. Так, какая понятно. Была логика какого-то древнего изобретателя? Представим себе слона. Вот у него есть четыре ноги, которыми он дерется в разные стороны. И хоботом бивнями бьет вперед. Да. Но слоном это не называется, это называется серебряный генерал. Да. И, о чудо. Кстати, у золота сзади ничего нет. А у этого есть? У этого есть. А что да. это? А чтобы там не было написано, он когда сюда приедет, он будет ходить как золотой. А-а-а!
Поэтому можно сильно не озадачиваться. Стой, стой. А здесь написано Нарегин. Это ну, то есть, как этот? Да, да. А, то есть это просто все просто равно. Переворачиваемся. Они все, доходя до конца, становятся этими? Да. А эти тоже? Эти тоже. Конь. Как шахматный. Только имеет право прыгать только вперед. Или так, или так. Подожди, а сюда? Нет. Это храбрый конь, он находится под седлом самурая, отступать нельзя, ты должен прорывать оборону противника. Из 8 ходов осталось 2. Осталось 2, но зато прыг-прыг-прыг и превратился в фигуру, которая ходит как золотой. Опять как золотой генерал, да? Да. Опять, то есть конь тоже. Угу. Конь золотой генерал. Да. Так, дальше. И все это происходит в лагере. Да, а дальше начинается битва в лагерях уже. А эта фигура, ну, да? Это Кейва, а это вся ароматная колесница. Да. Колесница, как мы себе представляем. Повозка запрягли. Ладья. Да, и погнали. Только ладья-то ходит по-нормальному, а это вот она. Ее по-русски стрелка называют. На любой число клеточек вперед. Во! Вот колесница, кёся, только... Все понятно. То есть она сразу... А, ну, если это... Да, можно сразу. Этот прошел... Назад в бок не ходит. И я уже золотой генерал. Да, да. И опять же превращается в золотого генерала. Золотого генерала, который раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Вот, да. Понятно. Так, остался. И остались да, более поздние принесенные фигуры. Ну, Япония, Китай, куда же без драконов? Так. Да? Это будущие драконы. Вот эта фигура, если не умничать, это хися, летающая колесница. Это обыкновенная шахматная ладья. Вперед-назад, влево и так. Вправо. О, да, то есть это очень мощная фигура. Да. А это слон. Шахматный, я имею в виду. Да, такой европейский. То есть две настоящие. Как угё, они называют угловой ходок. Это не слон называется. Обалдеть. Вот. Ну, возникнет вопрос, а они во что? Как их не путать? Справа ладья, да. Слева слон. Здесь, но если они перепутаются, я уже забуду. Здесь да, наоборот. Что? Здесь слон, а здесь ладья. Значит, сейчас я покажу следующую вещь. Значит, представим себе такую ситуацию. Да, сожрал, да? Значит, нет, ну, сожрал, не сожрал, мне нужно просто показать. Если он окажется в этом лагере, да. То логика следующая. Она одинаковая. Он тоже превращается в золотого? Нет, нет. Иначе бы никто не превращал. Значит, ладья, да? Ладья умеет ходить ортогонально. Да. Поэтому она не может контролировать вот эти поля. Мы оставляем, когда она переворачивается, мы вот этот ход ей оставляем. И оп, добавляем 4 хода. Вот это дракон. Вот это уже мощно. Это слабее ферзя, конечно, шахматного. Потому что он во все стороны. Это близко к ферзю. Да? Это близко. А у этой будет обратное. Поскольку это поэта слон, ему добавится хода на одну клеточку. Да, полугруппа. Бывает группа, да, здесь полуферзь. Да, два вида полуферзей, то есть, да. У него остается его ход. И вот он. Это, и да. Переворачивается. О, прекрасно. Мат королю поставить. Мат. Но, Алексей, ты правильно заметил, фигура очень неповоротлива большинству. Почему же в эту игру играют до сих пор? И почему она оказалась тактически даже сложнее, намного сложнее шахмат? Потому что в какой-то момент, есть легенда, что это сделал император, произошло следующее. Фигуры это позволили сделать. Мы ввели новые игровые операции. Что происходит в шахматах? Вот у меня есть слон, да? Вот они оказались на одной диагонали. Я съел вражеского слона и перевернулся. Стал лошадиным драконом. В шахматах эта фигура погибнет. И все, Гена раньше погибала. Ну, да. А потом провели реформу. Я ее не убил. Я ее взял в плен, и она теперь будет воевать за мою армию. Фигуры становятся бессмертными. Они просто меняют принадлежность к хозяину. Как самурай переходит от одного хозяина к другому. Жесть! И ты ее выставишь в любое место, как в игре как шведские шахматы. Да, как шведские шахматы, правильно сказать. Ага. При этом есть важный нюанс. Когда эта сторона убьет лошадиного дракона, на руку она получит только слона. Что? Здесь что? Только слон. Она убила дракона, да. А на руке могут быть только обычные фишки. Понял. Все дракон. Его заслуги пропали. Он перешел играть на другую сторону. Ну и дальше надо еще понимать, что когда мы их скидываем, мы же можем на любое пустое поле скинуть. И, например, если я скинул его сразу в лагерь, то когда я выхожу из лагеря, я его могу перевернуть. Потому что он здесь побывал. А, это я вот, понял. Вот. Но пока не вышел из лагеря, не переворачиваешь. Нет, могу в лагерь пойти перевернуть. Главное, что я там зафиксировался, я туда попал. То есть вот я вхожу в лагерь, переворачиваюсь, да. Или выхожу, я тоже могу его перевернуть. Ко всем остальным фигурам это тоже относится. Ну, потом пошли нюансы. Выяснилась следующая вещь, что если мы разрешим сбрасывать без всяких ограничений, то начнется просто катастрофа с пешками. Потому что я наберу пешек и накидаю себе вот такое вот укрепление. Ох!
И попробуй меня после этого как-то пробить. Король, да, король закрыт. Поэтому это было запрещено. То есть нельзя при сбросе пешки ставить ее на ту линию, где имеется твоя пешка. Ни вплотную, никак. Есть одна пешка. Вот. Все. Можешь сбросить. Все. А если уже некуда, уже все линии заняты пешками твоими? Сидят, ждут. Ждут, пока убьют. Ждут, пока что-то произойдет. Все понятно. Кто-то погибнет. Взял плен, выставил. Ну, там есть еще ограничения. Нельзя пешкой сульки ставить мат. Нельзя кидать фигурки так, чтобы они не могли ходить. То есть вот я не могу так. Вот все, это сразу поражение. Если я сразу скину коня, он ходить не может. Или там, например, там пешку скинуть на последний линию. То есть сделать дурацкий ход совершенно. Вот. И вот это правило, оно поменяло все. А теперь я предлагаю пригласить еще одного юного игрока. А мат — это просто когда королю некуда ходить. Да, нападение короля, от которого нет защиты. Есть, правда, один нюанс. И он не может на свои. Сейчас, он король еще раз, это обычный король. Обычный король. Все. Есть один нюанс. В отличие от шахмат, вот все-таки короля можно бить. Можно бить и можно подставлять под бой. Потому что это не король, а генерал все-таки. Ну, если ты подставил под бой, следующим ходом ты проиграл. Да, я просто бью его и... Это заканчивает игру. Ну, в них нету пата, как в шахматах. А. Да? То есть нету, потому что так в пат в шахматах? А, все, вот, да? Понял. Пат, это ты проиграл. Извиняюсь. Да, ну проиграл, да. Все. Вот. Денис. Ну что ж. Так, теперь у нас появится еще один игрок, гость. Да. Это Денис Титов. Привет. Это один из сильнейших взрослых уже игроков нашей страны, обладатель третьего дана. Бронзовый призер чемпионата Европы среди взрослых. И ну, сразу хочу сказать, желающие, Сёге невозможно так быстро объяснить, желающие могут, если заинтересовались, найти информацию в интернете, ее много, да? Ну да, а конечно. Алексей, я тебе с Денисом предлагаю сыграть в детский вариант, который сделан для маленьких японцев, которые давай, не знают давай, еще ни хироганы, ни китакан, ни катаканы, ни канзи. Да, давай, Денис, поехали, доставай. Да. Вот сейчас, так. Ну, подходи сюда. То есть Сёге убираем. Да, Сёге убираем. Это будет полусёге, да? Да, это, значит, как сказать, значит... Это тоже, да, надо убрать? Да. В чем смысл? Эту игру придумала японская профессионалка, которая сейчас действующий профессионал, для того, чтобы учить маленьких японцев, познакомить их с сёге, совсем крошечных японцев, 4-летних, например. Да, да? Или вот. 48-летнего Алексея Владимировича Саватеева. В том времени, как выйдет этот ролик, наверное, мне уже исполнится 48 лет. Денис, объясни правила. Правила на самом деле достаточно довольно похожи на правила сёге, только, ну, самые первое, что бросается в глаза, это то, что вместо иероглифов тут просто животные. Ну да. Соответственно, лев представляет короля, и ну, на каждой фигуре еще показано точечками, в какие стороны она ходит. Так совсем просто. Ну, то есть лев ходит так же, как обычный король. Да, все понятно. И это, по сути, слон, это, по сути, ладья, только, опять же, их упростили, и они ходят только на одну клетку. А когда доходишь до лагеря врага, превращается в что-то другое? Тут превращается... Во-первых, лагерь врага — это последняя только горизонталь. Только последняя, да? И, во-вторых, превращается только курица. И она ходит так же. И она становится этим, она становится курицей. Этим самым золотым генералом, да? Был цыпленок, стала курица. Понятно, да, золотым генералом. И еще тут есть альтернативный способ победить. Это прийти своим львом в лагерь соперника, но при этом... Нужно, чтобы следующим ходом его не могли съесть. Ну, то есть, например, если я пришел вот сюда, то я побеждаю. Если я пришел и тут был жираф, то я не побеждаю, меня просто съедают. Да, все понятно. Ух. Да. И она полностью разобрана, вот, ну, как бы, кто выигрывает. То есть, на самом деле. И все, я понял. Парадокс в том, что тут на самом деле выигрывает тот, кто ходит вторым. Да! Что... Слушай, ну поехали, я хожу. Я съел цыпленка. Это мой единственный, наверное, ход цыпленком. И еще насчет правил, тут вообще нет никаких ограничений. То есть можно сваивать цыплят, можно ставить цыпленка мат. И, в общем, ограничений никаких нет. То есть я съел цыпленка, а в курицу еще не превратился. В плен взял или нет? Да. Взял твоего цыпленка в плен. Я его тоже съел. И тоже взял в плен. А, но ты мог съесть и львом, да? Мог, но... Но это проигрышная лучше стратегия, вывести да? слона. Ага. Ясно, да. И я вот должен теперь пойти... Собственно, да, в этом и смысл того, что второй игрок побеждает, потому что, по сути, у меня уже вышел слон. Так. То есть я как бы впереди. Я вот так хожу. По развитию.
Угу. Так, я не могу съесть никого, да, я не могу никого съесть. Так, я могу вот так пойти. Съел. А я не могу съесть. Нет, могу съесть. Да, можно. И взял в плен. Так. Ага. Я могу ее съесть. Да? И фигуры. А, не могу. Вот так. Не могу съесть. Этого я видел. Не могу съесть, да? Съесть да. Не могу, значит, надо сваливать. Так. Съел. Ну и я съел. Так. О! И теперь я начинаю набрасывать все фигуры. А, я забыл. Теперь же, да, и пойди съешь теперь. Я никуда не съем. Он сразу съедят, да, его, льва? Да. Так, значит, мне надо валить. Так, так как ты поставил слона, то следующим ты можешь поставить только ладью. Но если я сюда свалю, то сюда поставишь, а если но тогда сюда, то сюда, да. Если я поставлю сюда, то ее можно будет просто съесть. Нет, в смысле, что... если... Ее никто не защищает. Точно. Но я поставлю ее сюда, под защиту слона. Да, но она пока на меня не нападает. Теперь я хочу поставить сюда цыпленка, под защиту этой ладьи. Да. И это уже будет мат. Это будет мат, да? А я могу съесть, но это съел уже. А если я выставлю какую-нибудь фигуру, да, неважно какую, то ее сразу съедят, правильно? Ну, смотря куда. Если я сюда выставлю, если то сюда съедят, я ее съем, то тогда я потеряю жирафа. Да. Так. Значит, я пока да не вижу. Ну, никак в шахматах видно. Да, вот так я поставил, ну, да. Теперь я вспомню про альтернативный способ победы, и да. У меня вот такой вот маршрут. И у тебя будет. Маршрут, да. Я в это время могу есть, а я сейчас могу есть, но это мне ничего не даст, да? И на самом деле, если съесть, то освободится эта боль, и я просто поставлю мат. Ага. Так, забавно. Так, значит, то есть съесть мат. Ну, двигаться тоже никуда нельзя, можно только поставить что-нибудь, да? Да. Но на самом деле я еще и на цыпленка напал только что. А, ты потому напал что на цыплята, да, цыплята. То есть цыплята надо защищать. Да, ну, например, таким ходом. И тогда я просто съем этого слона. Я съем этого тогда, да? И опять же у меня есть слон на руке, я его выставляю. Угу. Так, ты напал. Угу. Что делать? Можно отойти либо сюда, либо сюда. Либо сюда, пока не очень понятно, что лучше, но допустим сюда. И теперь мат. Теперь этим мат, да? Слоном. Ага. Теперь мат слоном, а если так... То же самое. А, тоже мат, то есть тут не важно. Да. Да, слушай, вот эта игра, ничего не понятно, честно, вообще. То есть даже, как это, даже минимальной интуиции не возникает, ни малейшей. Видно, что... как, меня даже, когда я вижу вот эти самые, я не могу понять, это ладья или слон, потому что... Вот это мне кажется, что это ладья, а это слон. А про этого, наоборот, кажется, что слон, я вижу эти параллельные, да? Да, но, наверное, выигрывать на самом деле очень сложно, да? То есть это нужно запомнить, этот алгоритм весь. Ну, если серьезно играть, то да, там просто нужно знать, что и где делать. Угу. То есть в этой игре, в принципе, ну, например, ты точно знаешь алгоритм, не ошибешься, как крестик-нолик, грубо говоря, 3 на 3. До конца не знаю, но так играю хорошо. А, то есть в эту игру ты вторым номером, в принципе, имеешь шанс проиграть. Ты не знаешь алгоритм полностью до конца, полностью, да? Не знаю. Ага. Там, если я не ошибаюсь, в районе 70 ходов нужно для победы. Где... В самом худшем сценарии, а, да? И в отличие от шахмат, тут за ход считается одно действие. То есть вот это вот первый ход, вот это вот второй ход. Ага, да. И 70 ходов по 35 с каждой стороны? Примерно 70. Ух ты. О, да. По законам жанра я должен попробовать сыграть вторым, но, конечно, это ничего мне не даст. Ну, давай, поехали. Ага, ты все-таки так же, да, ходишь? То есть вот этот ход, который я продумывал, он не это самое. Ну, он тоже приемлемый. Mm-hmm. Тут, в принципе, все ходы первые, нормальные. Потому что они все идут в проигрыш. Так, съел, поставил, да? Так, здесь я могу съесть, в принципе, да? Кого? Нет. Сейчас а, ой, это нельзя. Слоны. Это слоны. Здравствуйте, слоны. Так, сейчас, значит, где мой слон? Мой слон... А, ну если куда-то он пойдет, его тут же съедят. А если ладья пойдет, она тоже будет съедена. Но потом можно будет съесть обратно. Да. Все, давай так и сделаем. Но я ее все равно съем. Все равно съем, и я съем этого товарища. И я буду защищаться сразу. Да.
Так, сразу защищаться. И это куда? Это вот сюда и сюда указывает. На меня никто не напал сейчас. Да? Сейчас, да. На меня никто не напал. Так. Так, пешка мне нужна или не нужна? Ну, давай нужна. Угу. Куда превращается пешка? Ну, она будет съедена, правда, сразу, да? Ну, она превращается в фигуру, которая в сёге ходит как золото. Как золото, да? Ну, тут это тоже показано. Угу, да. Ну, а давай я превратился в золото. Да. Я его съем. Шарафом. А, я не защищу, да? Я не защищу. Так, а если я так, то не нападу потом, да? Или нападу? Непонятно. Он не будет ни на кого нападать тут. Да. Так, это цикл, да? Это пошел цикл, если... Да, сейчас... Ну, у вас с ним не будет. Да, так, ну а если я сожру? То я пойду вперед. У меня опять цель пойти сюда и сюда. Цель пойти сюда. А я здесь стал этим, золотым. Ты его не съел, да, в данный момент? Ну, я пошел. А ты успел, да? Получается. Ну, можно попробовать остановить, но я тут все равно выигрываю. Сейчас, нет, а попробуй. То есть, если ты дойдешь сюда, ты выиграл? Да. И если это поле не защищено. Угу. Можно. А, можно попробовать защитить, да, его? Угу. Так, вот так, да? Ну, тут будет вот такое вот отвлечение. Да. То есть, если съесть, то я пройду. Съешь просто, да. А если, да, понятно. Угу. Забавно, забавно. Ну что ж, очень интересно, уже чуть-чуть начинается. Но я думаю, что раз 20 надо сыграть, прежде чем начать хоть чуть-чуть чувствовать, что происходит, и читать вот эти символы. Ну, давай посчитаем, да, все? Угу. Перейдем к доске, наверное, и посчитаем. Расскажешь, что тут с математикой этих позиций в этом простом варианте сёги? Посмотрим. Мы будем их условно посчитаем количество, сколькими способами можно поставить львов, сколькими способами поставить жирафов, слонов и цыплят. И потом это перемножим. Ну, то есть это просто, на самом деле, так как нет никакой памяти, да? У игры нет памяти, у позиции здесь. Если есть позиция некоторая, то все. Ну да. Вот. Соответственно, у меня получается... Ну, давай я тогда буду говорить, да, и записывать, а ты меня поправлять, если я не прав. То есть львы различаются на мой и твой, правильно? Да, и у каждого игрока должно быть по одному льву, и они оба должны, естественно, на доске быть. Да, то есть это получается количество вариантов у нас, ну, 12 на 11. Даже 9 на 2 не надо. Ну да, потому что, да, потому мы что его 12, другого 11. Да. Так, дальше. Для любой постановки львов. Дальше, на самом деле, тут не все так просто со львами, потому что... Да, не все, согласен. Они не могут стоять рядом, да? Иначе... Это на самом деле правилами игры не запрещено делать тупые ходы по типу подставлять льва под бой. Так. То есть про это мы не будем учитывать. Но тут смысл в том, что если я прошел львом сюда, то я тут же побеждаю. И не может быть такой позиции, что оба льва прошли. Вот что. То есть, значит, если один из львов занимает эту позицию... Одну из этих, то остальному остается 8 вариантов. Ну, а можно просто из вот этих вот вычесть, ну, да, количество вычесть таких все, позиций, которые... Все позиции. 3 для этого и 3 для этого, то есть минус 9. Да, 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 да. Минус 9, 144, 132, 32, минус 9, 123. Да, 123. Так, это мы расставили львов. Теперь мы расставили львов и расставляем остальное. Слоны уже, ну как бы здесь уже никаких вообще нет ограничений, просто никаких, да? То есть они могут занять остальные 10 клеток, ну, две, и любые еще две. Проблема со слонами в том, что они могут быть на руке. Да, это лев не может быть на руке. Блин, я все время ошибаюсь, да. То есть каждый слон может быть... два одновременно могут быть на руке, в принципе, да? Для простоты можно посчитать количество... вариантов, если они оба на руке, если один на руке, один на доске, если оба на доске. Ну да, оба на руке. Что... Один вариант, да, один на доске. На руке, если они могут быть так, так,
Итак. А, блин, я понял, еще и так. То есть три варианта разных, да? Три варианта на руках, потом дальше для... Если один на доске, другой в одном из двух мест тоже, да? То есть это два. Два умножить на 10. У этого 10, и еще он может быть так, а может быть так. То есть еще на два. Ё-моё. Да, 2×10, 2×2, это 40 у нас вариантов, да? Угу. Значит, 40, 43 пока насчитали. И плюс еще... И еще, если они оба на доске. То тоже вопрос поворота слонов. Да. Это... Ага. Это значит 10 на 9 и на 4. Угу. Правильно, да? Да. 90 на 4, 360 плюс 43. Только, по-моему, еще пополам тогда нужно. Потому что... А, уже теперь пополам, да. Уже теперь... Пополам, потому что уже перестало быть важным. Да-да-да, перестало быть важным. А, все, слоны неразличимы, в отличие от королей. Да. Поэтому я считаю c из 10 по 2 именно, а потом уже умножаю на 4 в зависимости от того, в какую сторону смотрит. Да. Значит, соответственно, 180 и 43. 223. 123 на 223, правильно, да? Да. Так, расставили. Как-нибудь. А, зависит от того, как расставили. Вот теперь, да, начинаются проблемы. Начинаются. Поэтому... Оценки уже нужны, да? Поэтому можно просто посмотреть минимум и максимум. Ну да. Соответственно... Ну, примерно просто оценить, да. Ну, допустим, начнем с минимума. Тогда жирафов можно все еще тремя способами поставить, если оба на руке. Два на, получается, 8. Да. На 2, потому что тут тоже каждый может дважды быть повернут, если один на руке. И если оба на доске, это c из 8 по 2 умножить опять же на 4. Да, да. То есть это у меня получается 32, 35, да, умножить на 36, на 72 плюс 35 получается. 107. 107, да. Угу. 107, но это в этом случае. А в этом случае, например, будет уже значительно больше, будет столько, в этом случае сколько будет было. Столько же. Да. Да, будет 123. Ну, допустим, будем считать, что 112. Только 223. Ой, 200, ой. 123 это королей. Это, да. Нет, тогда 160. Ну, допустим, примерно. Примерно 160 напишем. Ну, по порядку, да, величины как-то. Если максимум, то 123 на 223 в квадрате тогда. Но это максимум, это же как бы не каждую эту мы умножаем на эту. То есть там в том-то и дело, что это примерная оценка. Мы же считаем число позиций, и некоторые из этих приводят к 107, некоторые приводят к 35, некоторые к чему-то промежуточному. Поэтому, ну, допустим, вот так. Ну, кто-то скажет, что эта оценка может не очень точной быть. Ну и дальше совсем, да? А, нет, дальше пешки. А, ну они тоже где угодно же живут, да? Да, только у пешек разница в том, что они могут быть еще превращенными. А, да. Они могут быть корочкой. И, соответственно, получается все то же самое, только когда мы ее ставим, у каждой пешки есть, соответственно, 4 возможности. Да. Корочка моя, корочка твоя, пешка моя, пешка твоя. Да. А вот. На руке все еще, если у какого-то игрока конкретного, то... Одна возможность, потому что на руке не может быть. Не может быть курица, да. Ну, здесь все еще сложнее. Ну, я бы вместо 160 сделал там... А, но зато больше вариантов здесь. Я бы написал то же самое, 160. И интересно, насколько это сильно отличается от правды. Посчитали уже точное количество позиций. Да, это... А, вот ты сейчас скажешь, да? Чуть больше, чем 1,5 миллиарда. Так, ну-ка у меня что получилось? Сейчас посмотрим, насколько моя оценивалка, чуйка, да, сильно ли она отличается там, например, вдвое или все-таки меньше, чем вдвое. Это значит 16 в квадрате, это 256 с двумя нулями, да? Да. Но здесь 123 на 223. Можно поглядеть на 125. Да, и да. 225. И на 250. Можно так, 125 на 250 на самом деле. А я тут сделал поменьше. Тогда у меня, значит... я очень сильно. 120 на 250 лучше. Тогда. А это поменьше. Тут 200. Ну, то есть вот теперь же просто. Это 300, да? 300, правильно? И еще 2 нуля в хвосте. На 25 и 3 нуля. Значит, это сколько будет? 75. 75. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два. Да, в два раза всего. Ну, кстати, вы понимаете, что это очень большая точность. Ну, то есть, как бы, когда быстрыми прикидками получилось вместо 1,5 миллиардов 750 миллионов, это точность очень большая. Ну, на мой личный взгляд, скажем так. Ну что же, спасибо, Денис, огромное!
Ну что, Александр, скажи что-нибудь, какое-нибудь напутствие вот нашим подписчикам, нашим ребятам, да, девчонкам, всем. Вот только что, вам была показана совершенно детская игра. Да? Круто ведь, да, по возможностям. А теперь можете представить себе, когда вот это все, вот эта механика вброса действует на этой доске. Если мне память не изменяет, число позиций, по-моему, 10 оценивается. 10 в 220 степени. Ух. Вот за счет вот этих вот вбросов. В шахматах меньше. В шахматах меньше. 10-140 какой-то, по-моему. Если да, да, в шахматах меньше. 40 даже. То есть тактическая игра колоссальная по сложности. И порог вхождения в нее на самом деле не такой сложный, просто нужно, ну, подружиться с вот этими вот... Хотя Павликов там говорит про эти превращения, что там очень сильно умножается число позиций, так да, что да. Шахматы как не досчитали до конца. Но тем не менее, понятно, 10... Вот, вот это правило броса и то, что фигуры не выбывают из игры. Не выбывают. Да, это очень круто, да. Это очень круто. Поэтому это очень интересная игра. Есть сообщество, есть свои, у нас есть свои соревнования, свои разрядные системы, свои чемпионаты Европы. Вот Денис в четверку вошел по... Среди взрослых. Да, по обычным сёге. И в Блиц он да. бронзовый призер чемпионата Европы, действующий вот на текущий обалдеть. Момент. А по миру там без шансов с японцы, да? Да, к сожалению, да. К сожалению, да. Есть только один человек. Европеец, это женщина, это польская сёгистка Каролина Стычинска. Нифига себе. Эта девочка, вот девочка смогла проникнуть в профессионалы Японии. Вот. Они там офигевают, да, все время? У них газеты говорят, что вышли, там это была сенсация. То есть, это вот если бы к ним инопланетяне прилетели, вот была бы такая же реакция, наверное. Вот она там живет, играет в турнирах. А, так она просто туда переехала, да? Ну, она переехала, ну, может, она возвращается, то есть, ну, как то самое, люди сейчас многие живут, где надо, так и живут. Да. А сколько ходов примерно продолжается, Сергей, в партии? Ну, партия нормально там ходов 50, ну, если по шахматам, ну, 100, там, 120, 60. Бывает, правда, очень затяжно. Тяжные дела. То есть, ну, с другой стороны, сейчас вот матч на первенстве мира 136 ходов играют. Тоже аховая партия по шахматам. Здесь может и больше быть, конечно. А времени сколько дают? Смотря кто. Если играют любители, как вот мы любители, да, то у нас обычно контроль, ну, не знаю, там 30 минут на партию, и потом еще 1 минуту на ход ты получаешь в боеме. Это как в год такие же тоже дела есть. А профессионалы могут 2 дня играть. Даже до сих пор могут. У них огромный контроль. Да, у них огромный контроль. Но их мало, их там 200 человек, этих профессионалов, у них в Японии. Зато у них, в общем, неплохо этим зарабатывают, надо сказать, от 100 тысяч долларов до миллиона некоторые в год, эти профи. Но это только вот у них. Это такой тот самый мир профессиональных сёги. Саша, спасибо огромное! Денис, спасибо тебе огромное! Всем маткульт привет и сёги привет!